Всем большой трям, с вами Гринни, и по вашей просьбе я вернулся в Seven Days to Die. Сразу говорю, я буду тут, скорее всего, адово тупить, потому что достаточно давно я не играл в эту игру. И мне повезло, я появился, блин, в пустыне. Ну, впрочем, как обычно, везение зашкаливает. Это мой любимый сервер, Mankind. Единственный вопрос, конечно, как тут будет со стабильностью, но будем надеяться, что все стало получше, не так, как было раньше. А будет у нас тут все получше немножко. Нам нужно дерево где-то раздобыть. В общем, все как обычно на самом деле. Все совершенно как обычно, как во всех играх. Начинаем заниматься адовым гриндом. Да, теперь нам надо найти маленьких камушков, и будет вообще все шоколадно. Ну и попутно, естественно, собираем всякие перышки, чтобы потом скрафтить лук. Где камень взять? Камень где взять, блин? Где взять камень? Так, ну, перышков во всяком случае много. Это уже радует. Так, что это за дорога и куда она идет? Ну, давайте пойдем по дороге. Может быть, есть шанс найти какой-нибудь домик или какой-нибудь ништячок полезный. Городок, может быть, где нас к чертовой матери сожрут какие-нибудь уроды. Так, покрышки. Что-то они только какие-то маленькие. Это у нас, как я понимаю, 15-я альфа. Я в нее еще пока не играл. Как-то голяк какой-то, ребят. Какой-то голяк. Куда бежим, зачем бежим, не знаю. Будем надеяться, что нам повезет. Камушек. Так, что за звуки? Ребята, что за звуки? Долго-долго-долго-долго-долго по дорожке, долго-долго по тропинке, бегать, прыгать и скакать. Так, ладно, изобразили дебила из себя, ну, а дорога-то ведет куда-то в никуда, по ходу дела, да? Так, еще один камушек. Ага, и мы можем скрафтить стоун что-то там, да? Давайте скрафтим стоун что-то здесь. Вот она, стоун экс. И теперь у нас будет ништячок. Будем теперь не руками фигачить дерево. Так, давайте вот это все мы отложим. Нет, лучше все-таки вот сюда. Если мало ли помрем, чтоб не пропало. Тю-тюн. Так, здесь что-нибудь есть интересное? Собираем все, вот абсолютно все. Так, юку обязательно. Правда, банок все равно у нас нету. Значит, скрафтить мы ничего полезного не сможем. Ну, в смысле, сока юки мы скрафтить не сможем. Блин, какие-то странные подозрительные звуки. Что-то мне это как-то не нравится. А вот там что, машина, что ли? Или что это, блин? Ай, блядь, кактус! Прошу прощения за мой китайский. Там, здесь кактус, там... Летишкина, ты жизнь, а? Господи ты, боже мой, что ж вы до меня докопались-то, а? Госпожа, госпожа зомби. А вдруг там бур? Ага, там зомби. Бур. Мечтать не вредно. Блин, сколько тут кактусов. О, наконец-то заканчивается этот долбанный пустынный биом, и начинается нормальный биом, зелень, и сразу как-то погода, блин, испортилась. Совершенно. Так. А что это реально-то? Погода какая-то совсем неприятная стала. Дождь пошел. Интересно, интересно. А если вернуться обратно в пустыню? Дождь кончился, ребята. Погода стала хорошая. Вот, вот так вот реально прикольно было бы жить, да? Такой, опа, 50 метров сделал, и уже дождь закончился. Пережарился обратно раз, и все, опять дождик. Опять тебе хорошо и приятно. Блин. Я случайно, я не хотел. Блин, как, вот я честно не помню, как пустые руки сделать. Что надо нажимать, чтобы были пустые руки? Давайте добудем немножко дерева. Что-то как-то очень оно долго добывается. Ладно, пойдем дальше. Здесь что у нас? Здесь у нас камень, да? Ну, камень тоже хорошо, но мы, пожалуй, все-таки мимо пойдем. Там где-то у нас вода где-то была, я видел. А что нам вообще надо сделать? Сейчас нам говорят, типа, скрафтить из травы полный сет одежды. Ну, давайте скрафтим сет одежды. О, видите, как... Во, какой я, блин. Охрененно стильный. Так, что-то мне не нравится это все. Как-то здесь... Неприятненько, ребят, неприятненько. Ну я, блин, чмучмумбрик, блин. Что-то когда я создавал этого персонажа, он выглядел как-то немножко по-другому. Теперь он вообще реально как чмо выглядит последнее. Ну хоть воду поправили, ребята. Ну вот, вот, вот за это огромное спасибо разработчикам. Наконец-то поправили, блин, воду. Она теперь не черная, как раньше была. Вот как в последней альфе. Тут хотя бы теперь над ней видимость появилась снова. И за это им огромное спасибо. Так, говорят, сделайте дубинку, да? Ну давайте сделаем и дубинку тоже. Где у нас тут? Правда, ей я вряд ли буду пользоваться. Ее мы, наверное, сразу выкинем нафиг, блин, в топку.
она нам точно не нужна, потому что абсолютный дебилизм, неудобная фигня, и тут в ближнем бою вообще лучше с зомбиками не воевать, если нет хорошего топора там или какого-нибудь молота или какой-нибудь такой вот лажи. Вообще, главное что для нас сейчас? Найти жрачку и не попасться на ужин, не стать жрачкой самостоятельно, вот самим. Поэтому идем дальше, собираем все, что только можно. Сделайте типа craftbow and arrows. То есть сделайте лук и стрелы. Вот здесь я полностью с ними согласен. Кстати, здесь, похоже, уже кто-то что-то крафтил. Опа, камушки мы набрали. Да давай себе... Что происходит? А, понятно. У нас сломался наш... молоток. Кстати, его сразу можно чинить. Вот это, кстати, приятненько тоже. Очень приятненько. Раньше я что-то его вообще выкидывал, по-моему. Хотя, может быть, я туплю. У меня это часто бывает, вы знаете. Игра с грини без тупников — это вообще не игра с грини. И не грини, наверное. Ладно, сейчас мы добудем здесь немножко булыжников. И, если что, будем откидываться от зомби этими булыжниками. Так, что? Кто? Ух ты, ё-моё, а? Там, по-моему, нас там уже хотят. Давайте-ка отсюда сваливать. Вот тот вот типус мне что-то как-то совершенно не нравится. Давайте, во-первых, скрафтим лук и скрафтим стрел. И попробуем, может быть, сейчас с этим зомбиком-то разобраться. Так, больше никто нас не хочет тут в особо жестко извращенной форме. Вроде бы никто. Ладно. Качество, прямо сказать, говно. Говно. И у лука, и... Ну, вообще говно, короче. Опа! Он нас заметил, ребята. Он нас заметил. Что-то, по-моему, стрелять стало как-то легче, значительно. Ой. Марья Ивановна! Не нервничайте так, все можно поправить. Я понимаю, что у вас лишай какой-то на голове, или полголовы у вас нету, но... Это не повод совершенно... Ой. Марья Ивановна, вам плохо? Вам плохо? Марья Ивановна! Так, Марья Ивановна, я не гарантирую, но мне кажется, все-таки все можно поправить. Ой, что-то ей, по-моему, ей плохо. Это реально, смотрите, ребят, это эксгибиционист, на нем один плащ и трусы. Ладно, пошлите отсюда нафиг. Что-то мне не нравится здесь находиться совершенно. Нам говорят, сделайте wood frame и поставьте wood frame. Надо будет и сделать, и поставить. А пока... Блин, а почему гнездо теперь похоже на покрышку, только какую-то волосатую? Оптимизация, ребят, оптимизация. Так, мы, я думаю, скоро сможем sleeping bag сделать. Что у нас по времени? 12:21. Времени у нас еще вагон. Давайте выполним их квест. Вот, wood frame. Фавориты давайте поставим. И сделаем 3 штучки. Открыто, говорит, достижение. А что, я типа до этого не делал никогда, что ли? Это какая-то лажа. Поставить и собрать. А теперь разобрать. Блин, разбирать-то долго, ребят. Что говорят, скрафтите bedroll, да? То есть кровать, что ли? Bedroll, да. Что-то я подмерзаю, по-моему. Bedroll, и где его искать? А, вот он, спальный мешок, все понятно. Ну окей, сейчас скрафтим. А пока давайте побежим дальше, потому что что-то я реально мерзнуть начинаю. Надо, кстати, лопату сделать еще, чтобы, если что, себя закопать. Чтобы я не достался никому в этом мире, чтобы меня никто не сожрал, мы себя закопаем просто. Блин, какие-то звуки не нравятся мне совершенно. Местечко вроде классное такое, но что-то очень уж унылое. Прям как у нас в Питере. Карельский перешеек. Дождь тут вообще кончается когда-нибудь? Или тоже как у нас в Питере? Никогда не кончается. И что-то какие-то просадочки по графонию пошли, да. 40 FPS вообще, жесть, жестяночка, ребята. 1070 GTX все, пошли просадки по графике. Придется, наверное, немножко поднастраиваться. И мы сделали спальничек наконец-то. Давайте мы его, блин, куда-нибудь бросим. Ну так, чтобы знать, где мы тут ходили. Во, все, закинули спальничек. Теперь можно идти дальше, искать место, где лагает поменьше. Да, ребят, это жесть. Только я хотел похвалить за оптимизацию, то, что вроде как стало все нормально, но теперь вот Intel i7-6800, 16 гигабайт оперативной памяти DDR4 и GTX 1070 SSD и не более 45 FPS под записью, ребята. Это жесть.
Ну, точнее, было больше, но вот когда в этот биом мы зашли, что-то как-то совсем поплохело все. И вот, как видите, давайте посмотрим с вами настроечки. Во-первых, это дистанция 8. Это 8 дистанция, Карл. Это, в принципе, далеко... Далеко, в принципе, не максимальные настройки. Прибавочка, по-моему, 2 или 3 FPS. Хотя нет, вот сейчас вот стало пол... Нет, все-таки 50. 50 с копейками. Странно, странно, ребят. Это очень неслабая машинка. Все-таки игра не про большие какие-то вот пространства. То есть игра такая, делать какие-то домики. Кстати, о домиках, ребята. Я, кажется, вижу домик. Нам нужно какое-то сухое место, где мы можем переждать, где мы можем забуриться и поспать. В общем, где будет хорошо и приятно. Что это за сарай? Ребята, ребята, что это такое? Что это такое? Это какая-то подстава, ребята. Это какая-то подстава, но тем не менее здесь у нас есть костер. Есть у нас здесь костерчик. Правда, на черта он нам нужен. У нас нет ни решетки, ничего у нас нету. Но здесь мы можем высохнуть немножечко, хотя бы чуть-чуть мы подсохнуть можем. Спасибо какому-то доброму человеку, который построил вот это странное сооружение. Очень-очень странное. Но это же явно кто-то придумал. Я сомневаюсь, что это само тут появилось. Блин, дождь в этой локации заканчивается когда-нибудь или нет? Бежим дальше. Так, что происходит вообще? Гипотермия, стадия первая. Короче, нам капец. Нам надо срочно... Так, во-первых, нам надо срочно пожрать, судя по всему, да? Хорошо, хоть с едой более-менее в порядке. Все. Ребят, надо валить, короче, отсюда и греться, греться где-то. Блин, зачем я ушел из пустыни? Там было жарко, но там было не холодно. Я промок насквозь, я замерз нахрен. 15 градусов по Фаренгейту, это же вообще практически мороз. И, по-моему, я сейчас сдохну к черту. Так, тут у нас биом меняется, если не ошибаюсь. Я очень голоден. Может быть, вот в этом биоме хотя бы у нас сейчас дождь закончится и станет немножко потеплее. Может быть, что-нибудь мы найдем съедобного. Съедобного не нашли, но нашли гвозди и трубу. Труба так вообще вещь очень хорошая. Очень полезная. Так, что-то как-то мы очень сильно хотим есть. А персики нас вообще нифига не спасли ни разу. Как-то теперь стало так тихо, что даже говорить стрёмно. Это палаточный городок. Обычно в нем что-то есть, но... Опа, ребята, вот, а вот это вот классная штука на самом деле. Так, вот это мы выбрасываем. Это нам больше не пригодится. А вот касочка с фонариком вещь хорошая. Будем надеяться, что мы сейчас найдем что-нибудь пожрать здесь. Какая-то тишина такая вот вообще, ну, напряженная, напряженная тишина, ребят. О, соляночка, ребята, соляночка. Ой, что такое? Что случилось? Ох, как хорошо-то, а, как хорошо. Сразу плюс 14, отлично. Интересно, она хоть горяченькая была? Да фиг с ним, горяченькая, не горяченькая. Опа, там у нас гости. У нас ползающие гости. Больше никого нету? Я надеюсь, что нету. Так, что-то как-то ты фигово ползаешь. Блин, по нему фиг попадешь, реально. Вот ползающий — это самая жесть вообще, какая может быть. У него башка кружится из стороны в сторону, как, блин, Ванька Встанька хренов, блин. Только лежачий. А, это Ванька не Встанька. Это Ванька не Вставайка. Да лежи ты уже, не дергайся. Так, больше никого нету. Там двое ходячих, один лежачий. Блин, да ну вас в баню, блин. Солянку нашел и хрен с вами. Пора валить отсюда, а то никаких стрел на вас не напасешься. Так, а здесь что-нибудь есть? Так, валим, валим отсюда. Еще одна солянка. Сейчас мы отвалим в сторонку и сожрем ее. Ну его в баню, блин. Точнее, вас в баню. Так, давайте это дело мы захаваем. Я прям сам даже вот что-то проголодался, когда эту соляночку увидел. И по идее, нам бы куда-нибудь забуриться, но вопрос только куда. О, зайчик. А, блин, а нахрена нам зайчик? У нас нету ни решетки, ни черта нету вообще. Блин, да что ж такое-то? Откуда вы все беретесь-то, ходячие? Господа, это несерьезно совершенно. Пора валить отсюда. Опа, это что там такое? Какой-то газовый баллон непонятный. Звуки поменялись в игре, ребят, реально поменялись звуки. Значит, из этого всего нам, я думаю, что пригодится только курточка. Курточка, да, курточка стильная. Твою мать, я на какого-то педика похож, блин. Что у меня с этим самым? Сталий.
Я вот вроде не такого немножко персонажа создавал. Он, конечно, был дрящом, блин, и так и задумывалось, но не до такой же степени. Он теперь вообще на какого-то педика-очаровашку похож. Так, пейнкиллеры это хорошо. А вот педик-очаровашка это плохо. Что-то мне ни разу не нравится это место, куда я попал. Кто-то где-то рычит, блин. Сапоги. Ковбойские. Блин, я могу себе представить, это сейчас будет педик-очаровашка в ковбойских сапогах. Охренеть просто, блин. Просто реально голубая луна приветствует вас. Слушайте, блин, кто-то бегает, блин. Опа, ребята, я вижу домик. Только не говорите мне, что сейчас опять начнется... Это что, блядь, биом с вечным дождем, что ли? Не, ну это не серьезно, ребята. Это совершенно не серьезно. Ну, зато, во, атлетика, я стал сильным. Я стал сильным и крутым. Так, смотрите, домик. Единственное, что я вижу уже... А где лук, ребята? У меня был лук, я точно это помню. И теперь лука нет. Куда он делся? Опа, опаньки. Так, сударыня или сударь, не обращайте на меня никакого внимания. Да сейчас, ага. Да чтоб тебя перекосило, ты можешь идти по прямой, блин, зараза, блин, безмозглая в прямом смысле слова. У меня 10 стрел всего. Ой, блин, а вас что-то тут значительно больше, чем я могу себе позволить. Не, ребят, ну это совершенно несерьезные расклады. Вообще несерьезные ни разу. Пора куда-то линять, наверное. Я промок уже на 62%. У меня даже, блядь, в трусах, блядь, вода течет, хлюпает, блядь. Хотел сказать, с конца капает, но это немножко из другой оперы. Слава богу, это меня... Хотя бы это меня здесь пока не касается. Етишкина жизнь. Опять кто-то... Так, вот это кто? Это, мать твою, кто? Вот он, ребята, это и есть тот самый педик. Вы видели его походку? Твою мать! Нет, ребята, вот это мне ни хрена не нравится. Это уже хуже всяких зомбарей. Это реальный педик-очаровашка. Так, а это что за лагерь? Это что за лагерь, ребята? Я надеюсь, меня здесь сейчас не завалят. Так, я вижу, что здесь куча каких-то колев. Здесь кто-то держал оборону. Ну, будем надеяться, что мне тут будут рады. И не завалят сразу же. Так, это что тут? Нет, похоже, что здесь как-то здесь не очень все хорошо было. Давайте бросим здесь же свой спальничек уже на этот раз. Вот так вот. Опа, кто-то уже подвывает. Ага. Так, на меня уже охотятся, мать вашу. Ух ты, ё! Етишкина жизнь! Что ж вы так быстро подкрадываетесь-то? Блин, да ну вас в баню! Твою мать, это что, мина, что ли, была? Офигеть, ребята! Вот это расклады! В общем, если вам понравилось это видео, вы хотите продолжение, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и заходите ко мне в группу ВКонтакте. А с вами был Гриня, всего доброго и всем пока!